Несколько минут назад Дмитрий Медведев отреагировал на обращение партии «Единая Россия», которая попросила президента разобраться в ситуации со строительством трассы Москва-Санкт-Петербург, часть которой проходит через Химкинский лес. Президент решил приостановить строительство автодороги и провести новое обсуждение. По словам Медведева, цитата, «Несмотря на то, что было принято отдельное решение правительства, и оно было рассмотрено нашей судебной системой, были вынесены решения по этому вопросу, наши люди, включая представителей политических партий, от правящей «Единой России» до оппозиционных, общественные объединения, экспертные круги говорят о том, что оно требует дополнительного анализа. С учетом такого количества обращений я принял решение. Поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве соответствующей автодороги и провести дополнительные общественные и экспертные обсуждения». Конец цитаты, заявил сегодня президент в своем видеоблоге. В своем сегодняшнем обращении единороссы предложили создать экспертный совет по проблеме маршрута автомагистрали и, возможно, изменить его. Мы считаем, будет более правильным привлечь экспертное сообщество, изучить этот вопрос и принять окончательное решение. При этом нужно дистанцироваться от экономических интересов, которые звучат с разных сторон. Нужно дистанцироваться от политических пристрастий. И хотелось бы подчеркнуть, что хулиганские вылазки и другие противоправные действия, они ни к чему хорошему не приведут. Напомню, скоростная дорога, проходящая через Химкинский лес, должна стать альтернативной магистралью, связывающей Москву и Петербург. Строительство спорного участка хотели начать в октябре. Для этого уже проложили просеку, которую в дальнейшем планируют расширить. Остановить вырубку все это время пытаются экологи.